Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки железной дорогой снижены. Компания «Железные дороги Якутии» перешла на новые расценки. Тарифы выровняли до общероссийского уровня по поручению председателя правительства страны Дмитрия Медведева, которое он дал в декабре прошлого года. Снижение тарифных ставок коснется всех грузовых и пассажирских перевозок по железнодорожной линии Биркакейт-Томоты и существенно снизит финансовую нагрузку для грузоотправителей. Таким образом, с 1 января 2018 года при перевозках грузов с участием инфраструктуры акционерная компания «Железные дороги Якутии» будет применяться единый тариф, рассчитанный по прескуранту ОАО «Российские железные дороги». Для грузоотправителей данная мера приведет к тому, к снижению дополнительной финансовой нагрузки в размере порядка 75% в зависимости от номенклатуры перевезенного груза.